выпускница Саратовской консерватории, сошла с поезда на станции Луганск. В этом городе Людмилу ждала ее первая работа в областной филармонии. Но вначале наша героиня была разочарована, потому что после родного Саратова Луганск показался ей глухой провинцией. Я жила в очень крупном городе, в Волжском городе, на Волге, я ж волжанка. И, конечно, когда я вышла с железнодорожного вокзала и пошла по Ленинской, конечно, для меня это было немножко как бы маленькая деревня. Но, тем не менее, вот когда уже я пришла в филармонию, у нас такой был музыкальный редактор Кокушкин, он начал меня водить по филармонии. Конечно, зал был очень красивый, самый орган, во-первых, что тоже немаловажно. И хорошее, красивое фойе, в общем, меня приняли очень хорошо. Я жила вот как раз, когда приезжала прослушиваться в Украине, в гостинице, а потом уже в Советской. Конечно, когда уже я поднялась на Советскую, то, конечно, уже как-то более современный город. Но первое впечатление, конечно, но он был уютным, чистым таким. Здесь были хорошие магазинчики как-то. Сейчас гораздо хуже, мне кажется. Луганск, который поначалу не произвел впечатления, впоследствии стал для Людмилы Колесниковой родным и любимым. К тому же адаптироваться в новом городе помогла работа. Практически через несколько дней она начала петь в концертах. Вначале молодая солистка филармонии чувствовала себя на сцене не очень уверенно. И на помощь приходили коллеги. Начинающую певицу поэтически курировали такие мэтры, как Джульетта Якубович, Петр Шаповалов, Владимир Самарцев. Людмила не обижалась на замечания коллег, с благодарностью принимала их советы и подсказки. А шлифовать мастерство помогали частые концертные выступления. Вскоре начались и гастрольные поездки по всему Союзу. На гастролях, конечно, нам было очень весело, потому что с Ставицким всегда анекдоты там травил, и Владимир Николаевич, он такой, это самое. И, в общем, мы только садились в поезд, и, в общем, у нас вот так вот весь вагон уже начал анекдоты, там рассказы, как у нас солисты, какие у них там всевозможные курьезные случаи. Но вот был случай, когда мы с Савченко поехали в Одессу на гастроли, и там был поздний концерт, и, в общем, короче, мы пошли на привоз, купили шикарную рыбу, а целый день нельзя ж есть, потому что ж после рыбы хочется там и попить и все. В общем, мы ждали, когда закончится концерт. Все, начался концерт, мы с ним поем дуэт Сильвы Эдвина, и в проигрыше он мне говорит: ну шо, Сильвуха, селедочки хочешь? Ну, а я такая смешливая, я начала, конечно, гоготать, смотрю, он. Ну, в общем, такое это самое вспоминаем, когда, ну что, Сильвуха, селедочки хочешь? Я люблю Луганск. Не знаю за что, но люблю. Наверное, потому что это как бы вторая моя родина. Здесь я состоялась как личность, как певица. Вот. И самое главное, что в Луганске у меня родились дети. Вот. Поэтому это же тоже немаловажно. И вот мы с мужем даже уже серебряную свадьбу отметили. Вот. И я люблю Луганск. То, что у него были хорошие традиции. Вот я бы хотела, чтобы эти традиции как бы возродились. Ну, пусть они будут другими, но это должны быть традиции все. Какие, хоть напомните, какие традиции? У нас была очень хорошая филармония, у нас были очень хорошие певцы. Я всегда перечисляю, их очень люблю. Может быть, кто-то меня не любит, но я не могу не сказать о наших звездах, которые должны знать луганчане. Это, конечно, народная артистка Джульетта Якубович, народный артист Владимир Самарцев. Это наш цвет. Это народная артистка Украины Вера Андрияненко. Это народный артист Владимир Савченко. Народная артистка Украины Галина Мурзе. Это наш цвет. Вот так, с похвалой Луганску и теплыми словами в адрес коллег,
мы продолжаем разговор с заслуженной артисткой Украины Людмилой Колесниковой. Сейчас мы находимся в парке «Дружба народов». В настоящее время этот сквер выглядит несколько неухоженным, а лет 15 назад здесь было очень уютно, чисто, зелено. И именно в этом парке Людмила Анатольевна любила гулять со своим первенцем Геннадием. У меня долго не было детей. Вот, и Луганск, конечно, мне подарил еще к тому же еще и детей. Вот, а это ж немаловажно для женщины, потому что как бы мы не добивались славы там или каких-то высот профессиональных, все равно женщина предназначена для другого. Она предназначена для того, чтобы воспитывать детей и быть счастливой в браке, в семье. Это очень важно. На мой вопрос, что такое счастье, Людмила Колесникова ответила так. Счастье – это когда в доме все хорошо. Для женщины это главное. Но в то же время певица не может себя представить только домохозяйкой с кастрюлями и сковородками. Ведь если женщина наделена талантом, то ей придется всю жизнь балансировать между семьей и работой. Но на первом месте, считает Людмила Анатольевна, конечно, должны быть родные люди. Она должна все-таки стараться успевать все. Вот я немножко не успела, может быть, со старшим сыном в силу, не знаю, то ли возраста, хотя я не была такая уже молодая, когда у меня появился старший сын. Ну, сейчас я думаю, что вот... Какие у вас планы на младшенького? Ну, я хочу, чтобы он все-таки к музыке, потому что он тянется к музыке. И вот я думаю, что, ну, не серьезно, но для общего развития, как бы, ну, если он будет музыкантом или там хотя бы с музыкой должен как-то... Вот. У вас такая большая разница между детьми, 13 лет. Это плюс или минус? Был старший нянькой, помощник? Нет. Нет. Ну, во-первых, он воспринял это как бы, потому что ему было 13, и он, может быть, ревновал, может быть, это тоже как-то отпечаток. Сейчас они как-то общаются, как, ну, как папа с сыном, можно так сказать, потому что... В принципе, очень большая разница. Они немножко отделены, как бы. Вот это все-таки разница в возрасте. Да. Поэтому он нянькой не был. Как-то Вася у нас самостоятельнее более. Он уже в 5 лет и уже разбирается в технике, там, и он по мобилке там играет. И если был бы, наверное, этот самый компьютер, наверное, компьютер уже бы освоил все. Но они просто дети совершенно другого поколения. Уже несколько лет Людмила Колесникова дает путевку в жизнь и чужим детям. Она заведует кафедрой вокального мастерства. У нее 20 учеников. На вопрос, есть ли любимчики среди студентов, Людмила Анатольевна ответила безапелляционно. «Люблю всех». Но бывает очень грустно не получать отдачи в ответ на вложенный педагогом опыт, старание и терпение. Особенно обидно за тех учеников, у которых и талант есть, и способности – но своей ленью и безалаберностью молодые люди этот самый талант в землю и закапывают. Не понимают они того, что ежедневный труд – это норма для вокалиста. Но бывают и другие случаи, когда в класс приходит ученик со средними данными, и благодаря настойчивости, старанию голос развивается. Каждый поющий певец, начиная заниматься вот такой деятельностью, должен сначала... Ну, как бы попробовать, могу ли я это делать, чтобы не портить жизнь. Вот цветочку, который только начинает распускаться, да. Это очень такой этический вопрос, который меня всегда волнует. И я думаю, что будет волновать всегда, потому что вот, как моя профессор, она говорила, приходит человек, новый ученик, все, начинай все сначала. То есть это постоянная работа с нуля. То есть, конечно, опыт приходит, но каждый человек – это индивидуальность. Так это, и поэтому надо каждому ученику только индивидуально. Молодые вокалисты обязательно должны принимать участие в конкурсах, считает Людмила Анатольевна. Ведь это не только хорошая школа для студентов, но и отличная проверка для педагога. Ученики Людмилы Колесниковой становятся лауреатами и дипломантами певческих конкурсов. Об этом напоминают дипломы на стене класса. Пока что они занимают лишь половину аудитории.
И Людмила Анатольевна мечтает о том, чтобы в конце концов на стене не осталось свободного места.